вы сегодня с нами. Как много. И сегодня у вас есть отличный выбор. Отличный выбор есть сегодняшнего дня. Принять решение стать мастером. Принять решение стать мастером. А как чувствуют себя лидеры нашей компании? Слышу, слышу. А как поживают мастера? А гранд-мастера? Вот, не так много пока еще гранд-мастеров, но их такой конкретный бизнес, уже громкий глаз, мы ощущаем. И действительно темпы компании таким образом сейчас идут, что скоро большую часть зала будут занимать гранд-мастера. И для них компания уже сейчас устраивает великолепные путешествия, классные промоушены, обучение. Это очень хороший уровень личностного роста. Мне тоже хочется рассказать вам о себе и несколько так вот разрушить тот миф. Может быть, сегодня начнется моя новая история обо мне, уже как о сетевом предпринимателе. Потому что та история врача-педиатра, она уходит уже в очень трогательное, конечно, милое моему сердцу. Мое детство в бизнесе, оно так начиналось. 20 с лишним лет, а конкретно 24 года моего сетевого предпринимательства исполнилось 30 июля этого года. 24 года в сетевом бизнесе. И, конечно, успехи, конечно, много путешествий, более 50 путешествий по разным странам, работа в Европе, достижения, хорошие чеки и Greenway, принятое решение, ну, можно сказать, мгновенное решение, интуиция подсказала. Страх потерять ту возможность, которая уже обозначилась в компании Greenway в осенью 2016 года. И я благодарю этот день, благодарю свой выбор за то, что я здесь сейчас, потому что здесь есть будущее. У нас с вами есть будущее, нам в нем жить с вами. И тот результат, который есть сейчас, он меня, конечно, не устраивает. Так устроен бизнес-план, что только начинаешь завершать какую-то квалификацию, какое-то достижение, в которое вкладываешь, как я сейчас говорю, героический поступок надо сделать, чтобы перейти от квалификации к квалификации. Но в тот же момент возникает состояние неудовлетворения. Кто это уже испытывал? Это так. Волшебно действует бизнес-план. И есть тот путь гранд-мастеров. Я благодарна вам, гранд-мастера, которые показали дорогу в гранд-мастерство. Я сейчас очень благодарна гранд-мастерам, пулам, которые показывают дорогу в это замечательное будущее, потому что это новый уровень, это новое понимание бизнеса. Это партнерство со всей компанией. И оно очень вкусное, оно очень заманчивое. И сейчас уже вот эти вот предвкушения гранд-мастера пул, они ясно обозначились, потому что тот труд, который был за эти годы, за 2 с лишним года в компании Greenway, он четко подготовил почву. И сегодня что же нужно делать? Конечно, быть мастером, кто еще не мастер. Но дорога к мастерству, она начинается с разного старта. Кто-то сегодня только примет решение. Кто-то уже, находясь в квалификации лидер, многократно пытается сделать мастера, но он этот мастер, он не дается по какой-то причине. Есть такая ситуация. И вы знаете, в этой квалификации заложена, конечно, изюминка. Заложена, конечно, некая такая, не то чтобы хитрость сказать, но нужно понять эту квалификацию. Ее нужно раскусить или знать ее смысл. Мастерство – это масштаб, это сознание того, что ты можешь больше. Это уже территория, это уже команда. И, вы знаете, мне долго мастерство не давалось. Но по меркам Greenway, конечно, долго. А в другой компании путь к мастерству занимал годы.
Более 6 лет я шла квалификации мастера предыдущей компании. А здесь 2 года, кажется, долго. Такие темпы Greenway. И когда я поняла, что, конечно, искать, кто купит наши замечательные салфетки, это хорошо. Кто сделает партнерскую активность, это тоже очень хорошо. Но действовать для квалификации мастера нужно масштабно. И нужно понимать, что нужно сделать нечто из ряда вон выходящее. Как я сейчас говорю, нужно сходить на подвиг. А помните, в фильме Янковского «Барон Мюнхгаузен», что сегодня у меня запланирован подвиг. И вот кто сегодня думает про мастера, нужно запланировать подвиг. Нужно сделать что-то такое, что никогда не делали. И самое главное, конечно, сейчас время действий. С одной стороны, видеть масштаб, видеть, где произойдет, смотреть на события, которые будут предшествовать мастерству. С другой стороны, а как же тому человеку, который пришел в вашу команду, набрать тот темп, ту скорость, которая сегодня развивается в Greenway? Как набрать? И, конечно, это действие. Это действие, которое ежедневное, действие по звонкам, это демонстрация, это информация, это встреча с людьми, это статистика, которую нужно необходимо отрабатывать. И вот этот вот ритм, эта скорость Greenway, она, конечно, тогда совпадет с вашей скоростью. Встреч, звонков, действий. Встреч, звонков, действий. И сегодня, конечно, нужно ставить цель мастера. В помощь помощники, в помощь ресурс компании, в помощь этот великолепный тур гранд-мастеров, который прошел по всем многим-многим городам. И дальше продолжается, конечно. Включайтесь и действуйте. Время действовать, господа мастера и гранд-мастера!